Меня зовут Ксения Глинкина. Я нутрициолог и сооснователь Академии интегративной нутрициологии про здоровье. Сегодня мы поговорим о самом тихом и беспощадном убийце организма – о сахаре. Мы знакомы с ним с самого детства. Вспомните запеканку в детском саду, конфеты в школе или шоколадку в университете, чтобы лучше думалось. В этом документальном фильме мы подробно разберем все негативные последствия употребления сахара. Сегодня мы еще много будем ссылаться на научные данные и исследования, чтобы понять, как сахар сокращает продолжительность жизни, почему наше человечество может умереть от сахарной пандемии в ближайшем будущем, почему зависимость от сахара страшнее, чем наркотическая, и самое главное, с чего начать, чтобы выбраться из этого замкнутого круга и жить по-настоящему здоровую жизнь. Ответить на эти вопросы мне помогут эксперты, а именно те люди, которые непосредственно каждый день сталкиваются с различными последствиями сахарной эпидемии, а также пытаются всячески предотвратить ее распространение. Согласно данным Роспотребнадзора, потребление сахара в России на 11% выше, чем в европейских странах, и вдвое выше, чем в Японии. Однако лидером в этом вопросе по-прежнему остаются США. В среднем один россиянин съедает 107 граммов сахара в сутки или 39 килограммов в год. Это примерно 5 миллионов тонн сахара в год съедает вся наша страна. Если весь этот объем сахара загрузить в КамАЗы и поставить их один за другим, линия растянется от Москвы до Новосибирска. Просто представьте это количество. И вы можете подумать, ну, это меня не касается. Я пью чай без сахара, конфет не ем, а печеньки – редкий гость на моем столе. Но большая часть сахара из этой статистики – это скрытый сахар. Приведу пример. 1 столовая ложка кетчупа содержит чайную ложку сахара. 1 банка газировки содержит 10 чайных ложек сахара. И, к слову, доказано, что этого количества хватит, чтобы прибавить в весе 6-7 килограммов в год. Ну как, впечатляет? Продолжу вас удивлять. Одна, на первый взгляд, порция здоровой готовой еды, которую вы можете съесть на обед в офисе или дома, содержит 2-3 чайные ложки сахара. И вы даже можете не покупать сахар в 10-килограммовых мешках. Вы съедаете такой мешок сахара ежемесячно, просто не задумываясь о его наличии в еде, к которой вы привыкли. В наши дни трудно себе представить, что когда-то люди не употребляли сахар в чистом виде. Таким мы его знаем. В те времена источником сахара были, например, фрукты и ягоды. Родина сахара – Индия. А в России он появился благодаря Петру Первому. Привет. Первый завод по производству сахара был открыт в середине 18 века. И то сырье для него все равно прибывало из других стран. Сахар достаточно долгое время был крайне дорогим продуктом, доступным только для самых состоятельных. Сейчас же ситуация обратная. Зайдя в ближайший к дому магазин, вы не найдете товар без сахара или сахара, который замаскировался под другими названиями. Но об этом мы еще сегодня поговорим. Вообще сахара – это краткое общее название для всех простых углеводов. Простые углеводы присутствуют в пищевых продуктах или образуются в организме после переработки сложных углеводов. Простые углеводы – это молекулы, которые состоят из одной единицы. Это, например, глюкоза, фруктоза. Также могут быть молекулы из двух остатков, например, лактоза или сахароза, наш самый типичный столовый сахар распространенный. Это моносахариды. Так как это маленькая молекула, она быстро усваивается организмом, она приятная на вкус, дарит нам ощущение радости. Организм быстро получает энергию, соответственно, глюкоза очень быстро повышается в крови. Это вредно для организма, особенно людям, которые страдают сахарным диабетом. Соответственно, такие продукты мы стараемся избегать. Это, например, мед, сладости, кондитерские продукты, газировки и так далее. Сложные углеводы – это такие большие молекулы из большого количества моносахаридов, как такая цепь. Они долго усваиваются организмом, из-за того, что их нужно переваривать. Полисахариды – это, например, крахмал, целлюлоза, она же клетчатка. Это такие большие молекулы, которые долго перевариваются организмом, дают долгое чувство насыщения за счет того, что глюкоза постепенно отщепляется от этой большой цепочки, и мы чувствуем энергию в течение длительного времени, и за счет этого мы не переедаем. Несмотря на то, что целлюлоза не особо переваривается организмом, тем не менее она тоже важна для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта. К таким продуктам относятся, например, крупы и другие цельнозерновые продукты. Ежедневно мы употребляем большое количество молока, и люди даже не догадываются о том, сколько в нем скрытого сахара находится, ну, потому что просто не думают об этом. Ну, лактоза и лактоза, да, но на самом деле эта лактоза, она по составу своему состоит из глюкозы и галактозы, то есть это дисахарид, который состоит, ну, из двух сахаров, по факту это сахар. В пищеварительном тракте сахароза распадается на глюкозу и фруктозу, простые углеводы, которые сразу после употребления поступают в кровь. Точно такие же глюкоза и фруктоза поступают в организм и при употреблении натуральных продуктов – фруктов, злаков, овощей и ягод. Но в этом случае они усваиваются постепенно, медленнее из-за содержания в них клетчатки или крахмала. Для начала давайте разберем, что происходит с организмом, когда в него попадает сахар. Когда человек съедает сахар, организм начинает расщеплять его еще в ротовой полости. После этого сахар проходит через желудок и кишечник, где всасывается в кровь в виде глюкозы. Повышение глюкозы в крови заставляет поджелудочную железу выделять инсулин. Инсулин – это гормон, который позволяет всем клеткам организма насытиться глюкозой, источником энергии. Простыми словами, инсулин – это ключ, который открывает дверь, чтобы глюкоза вошла в клетку. Сахар, как правило, быстро всасывается в кровь, вызывая скачки уровня глюкозы и, как следствие, инсулина, которые со временем могут стать большой проблемой. Что такое инсулинорезистентность? Для начала вспомним, что такое инсулин. Это гормон, который нам нужен, чтобы глюкоза попала в клетки организма. Глюкоза – это такая энергетическая молекула, которая дает нам энергию для того, чтобы организм нормально существовал. Для того, чтобы глюкоза попала в клетку, ей нужен инсулин. При инсулинорезистентности нам не хватает нашего родного инсулина. Глюкоза, она поступила в организм, дала энергию, запаслась немножечко в печени в виде гликогена, а все остальное организму не нужно, и он это переводит в жиры, и поэтому возникает ожирение. Вклад в развитие инсулинорезистентности прежде всего вносят наши ежедневные привычки и образ жизни. Инсулинорезистентность способствует развитию не только диабета, но и ожирения, проблем с холестерином и гипертонии. Если диабет, ожирение и прочее вышеперечисленное лежит на поверхности и более-менее находится на слуху, то мало кто знает, что инсулинорезистентность связана с развитием поликистоза яичников. Давайте разберемся, где связь и в чем опасность. У нас есть такое понятие, самое, наверное, распространенное в гинекологии, это синдром поликистозных яичников. К синдрому поликистозных яичников мы можем отнести комплекс симптомов, то есть это нарушение цикла у женщины, это на УЗИ картина мультифолликулярных яичников, то есть когда в яичнике в норме визуализируется на УЗИ до 8-10 фолликулов. Мультифолликулярные же яичники – это когда больше 12. То есть 12, 14, они прям выглядят, они увеличены в объеме, у них достаточно плотная ткань и очень-очень много фолликулов, которые в последующем не дают овуляцию. То есть это ановуляторные циклы. Соответственно, без овуляции мы не получаем беременность. Плюс есть такое понятие, как гиперандрогения. Гиперандрогения, она бывает либо лабораторная, то есть мы видим абсолютно вроде бы с виду здоровую женщину, у нее нет ни высыпаний, у нее нет выпадения волос, сальных там волос и так далее, но при этом на лабораторной картине мы видим, что у нас идет пик андрогенов. То есть это мужских половых гормонов, тестостерон, ДГАС и так далее. Если у вас есть избыточная масса тела, высокое давление, высокий холестерин, если у вас абдоминальное ожирение мы можем диагностировать, если у женщин объем талии больше 80 сантиметров, а у мужчин больше 94 сантиметров. У вас уже есть инсулинорезистентность, и не нужно ее выявлять. Инсулинорезистентность можно также заподозрить по косвенным признакам. Это, например, черный акантоз, это такая гиперпигментация, потемнение кожи в складках, например, в подмышечных впадинах, на шее, на локтях. Но что происходит, когда мы переедаем сахар? В 100 граммах сахара содержится около 400 калорий, большая часть которых организму просто не нужна, поскольку физиологические потребности организма в нем значительно ниже. Именно поэтому лишний сахар, поступивший в организм под действием инсулина, откладывается в виде жира в брюшной полости и под кожей. что приводит к возникновению избыточного веса и отрицательному воздействию на внутренние органы. Сахар откладывается не просто в жир, а в висцеральный жир, который является источником хронического воспалительного процесса. Висцеральный жир, который образуется для того, чтобы, когда очень много калорий мы кушаем, наш организм на черный день запасает энергию. Вокруг внутренних органов, вокруг сосудов крупных, висцеральный жир, для того, чтобы быстро дать энергию этим органам, если мы вдруг попадем в условия голодания, что раньше эволюционно постоянно происходило. Наши предки, они часто голодали. Поэтому мы запаслись так называемыми жадными генами. Если любая лишняя калория, мы сразу же ее запасаем в виде висцерального жира. А в этот висцеральный жир проникают макрофаги. Более того, они там активируются, М1 макрофаги образуются, которые потом уже распространяются по всему организму и атакуют все, что плохо лежит, является источником такого хронического воспаления. Когда мы едим простые углеводы, этой энергии хватает на короткий срок, и избыточное потребление простых сахаров приводит к тому, что этот избыток глюкозы откладывается в жировых клетках, ведет к набору массы тела. Из-за количества жировой ткани увеличивается инсулинорезистентность, увеличивается количество инсулина, за счет этого возникает порочный круг, когда человек больше ест и набирает массу тела. Если говорить про женщин с повышенной массой тела, то тут скорее ситуация в обратном. У нас уже гормональные нарушения, на фоне чего женщина и стала поправляться. Опять-таки, когда у женщины априори не хватает эстрогена в организме, организм его начинает откуда-то брать. И это откуда-то — это жир. Накапливать жир. Соответственно, женщина начинает поправляться. Почему очень много женщин поправляются в климакс? После прекращения менструации все женщины становятся добрыми. Организм начинает хоть как-то этот эстроген накапливать, накапливает его через липиды. Тут главное вовремя остановиться. Опять-таки, не сладкого есть. А сладкого есть хочется, потому что стресс, мы стресс всегда заедаем чем-то сладеньким. Редко кто заедает его полезным мясом. По моим же наблюдениям, женщины в менопаузе, они начинают очень много кушать. Вот это прям вот какое-то, я не знаю, вот им прям хочется все кушать и кушать и кушать и кушать, и они не останавливаются. Соответственно, они набирают эту вот жировую массу просто потому, что они едят много. Более того, в сахаре вообще нет полезных питательных веществ. А для его усвоения организм расходует внутренний запас витаминов и минералов. Так, например, больше всего страдают магний, кальций и витамины группы В. Глюкоза повреждает коллаген, который у нас есть в костях, кости становятся хрупкие и могут сломаться при малейшей травме. К сожалению, часто происходит перелом шейки бедра, перелом, который приводит к инвалидности, он очень долго заживает, требуется длительная реабилитация для таких пациентов. Для того, чтобы профилактировать остеопороз, необходимо профилактировать развитие сахарного диабета. Существуют исследования, в которых описывают снижение уровня витамина В12 на фоне приема сахароснижающей терапии. В первую очередь метформин. Метформин – это очень известный, очень популярный гипогликемический препарат, то есть препарат, который назначают для снижения сахара. Назначают пациентам либо с предиабетом, либо уже с установленным сахарным диабетом. Так вот, недавно было опубликовано исследование, в котором пациентам с предиабетом давали метформин, очень распространенный гипогликемический препарат, который назначают пациентам с сахарным диабетом второго типа. И оценивали уровень витамина В12 на старте исследования через 5 лет и через 13 лет. Так вот, через 5 лет у 5% пациентов было выявлено снижение витамина В12, а через 13 лет уже у 9% пациентов было отмечено такое снижение по сравнению с группой пациентов, которая принимала плацебо. К сожалению, в настоящий момент все-таки не выявлено вот этот механизм, почему же снижается витамин В12 на фоне приема метформина, но ученые в настоящий момент все-таки предполагают, что метформин снижает всасывание В12 в подвздошный кишке, всасывание в кровь. В то же время глюкоза необходима для нормального функционирования работы мозга и мышц. Однако получать ее нужно из природных и полезных источников – углеводов. При сбалансированном рационе глюкоза из длинных или медленных углеводов поступает к мозгу в течение 2-3 часов. Завершение этого процесса дает небольшой сигнал, который мы можем ошибочно принимать за голод, но это не голод, а сигнал, что организм перешел на расход гликогена. Гликоген – это длинная цепочка углеводов, которая хранится в печени или мышцах и является источником глюкозы в периоды отсутствия пищи или физической активности. Простыми словами, не нужно думать, что без сахара ваш организм ослабеет и умрет. У него есть встроенные механизмы создания и производства запасов глюкозы, не из добавленного сахара. Помимо запасов гликогена, есть еще один способ получения глюкозы – это глюконеогенез. Это процесс, когда организм берет глюкозу из аминокислот, которые образуются из белков пищи или мышц. И этот процесс активизируется через несколько дней полной безуглеводной диеты. То есть никакая умственная нагрузка не сможет сжечь столько глюкозы, чтобы снизить ее уровень в крови. Это возможно только при очень длительном физическом труде на голодный желудок. Вы когда-нибудь задумывались, почему мы чувствуем себя подавленными или даже тревожными, когда в организме мало углеводов? Дело в том, что частое употребление сахара приводит к затруднению сигнализации дофамина, гормона, отвечающего за чувство удовольствия. А еще сахарное кусочничество снижает чувствительность мозга и увеличивает количество сахара, необходимое для активации рецепторов удовольствия. Мозг становится толерантным к сахару, человеку приходится поглощать его в больших количествах, чтобы получить тот же самый уровень сладкого удовольствия. Сладкая пища для организма – это наркотик. Она стимулирует мозговые процессы, вызывающие чувство удовольствия. Кроме того, при употреблении сладости возникают скачки уровня глюкозы в крови. Сначала концентрация увеличивается, а потом резко падает, вызывая усталость и головную боль. И чтобы это прекратить, вы снова тянетесь за чем-то сладким. А через 40 минут после очередной дозы сахара усталость и головная боль усиливается, и вам требуется новая порция, чтобы почувствовать себя веселым и сконцентрированным. Любая зависимость, не только от сахара, является очень частым поводом для обращения к врачу-психиатру. Очень частым. Ну, наверное, треть всех пациентов приходит с той или иной аддикцией. Это может быть наркологическая аддикция, алкоголь, наркотики, там, токсические вещества там, и так далее. Это может быть нехимическая аддикция, как, например, там, азартные игры. Это может быть созависимость, да, это могут быть аддикции отношений, так называемые. И это могут быть в том числе аддикции пищевые, и не только от сахара, да, но и от многих других продуктов. Да, питание. Все вместе, вот это где-то примерно 30%. Ну, из всего сказанного мною, соответственно, ну, где-то какая-нибудь там 10-я часть. Это пациенты с зависимостью от сахара, да, так называемые глюкоманы. Они говорят, что у меня зависимость от холодильника, я не знаю, что с собой сделать, я очень хочу там, похудеть, например. Я также точно понимаю, что когда я спокоен и когда у меня нет каких-то нервов и переживаний, я могу контролировать свой аппетит и свою тягу к еде, а вот когда нет, не могу. И поэтому я пришел к вам, доктор. Вы мозговед, вы должны мне помочь. Что касается пищевой зависимости, сахар, безусловно, заслуживает внимания как вещество, которое высвобождает опиоиды и дофамин, и, следовательно, вызывает привыкание. Я уверена, что зрители, которые уже отказались от сахара, подтвердят в комментариях, что при отказе у них была сахарная ломка. Есть исследования, в которых сравнивались особенности поведения животных, употребляющих сахар и наркотические вещества. Выяснилось, что при определенных обстоятельствах животные могут стать зависимыми от сахара, похлеще, чем от опиоидов. А можно ли вообще побороть зависимость от сладкого? И если посадить рядом, допустим, 10 глюкоманов, да, вот, в одну психотерапевтическую группу и начать с ними работать, то выяснится, что они все абсолютно разные. Хотя внешне их поведение ну, абсолютно идентично, и жалобы один в один. Но у одного это может быть, допустим, тяжелая депрессия, которая, опять же, может быть разных видов, она может быть так называемой рекуррентной депрессией, которая возникает и исчезает в какие-то там сезонные там, периоды, да, осень, весна. Или это может быть биполярное расстройство, стресс, связанный с тяжелой кризисной критической ситуации, с тот или иной вариант нервной анорексии там, да, или булимии. И потом, когда мы выясняем, какой это диагноз, то есть о чем идет речь, мы начинаем лечение. И лечим мы не глюкоманию, а лечим мы то заболевание или то расстройство, помягче скажем, да, которое это вызвало. Самое страшное, да, что может быть вообще в психиатрии, это погруженность в миф о том, что я могу в один день принципиально изменить себя. Это абсолютнейший миф. И когда человек ставит себе такую рамку или такой план, да, и потом, естественно, у него это не получается, то это для него может превратиться в трагедию. Поэтому если вдруг человек вознамерился в один день отказаться от сахара, для него это, ну, обернется точно фиаско, да, и, как правило, довольно болезненным падением. Что касается зависимости, мы начинаем приучать своих детей к сахару еще с раннего детства. Это происходит быстро, незаметно, и как будто бы в этом нет ничего плохого. Действительно, что же такого ужасного в ребенке с кульком конфет после новогодней елки? А что это за день рождения без настоящего торта? А если ребенок сходил и сдал анализы или не плакал у стоматолога, то это точно надо наградить бисквитным медвежонком. Есть так называемая когнитивно-поведенческая терапия, так называемая АБА-терапия или ABA-терапию еще так называют. Но по сути, если так уж говорить, речь идет о своего рода дрессировке. Поэтому я думаю, что в этой ситуации, конечно, некоторые родители, родственники, близкие и так далее, в том числе для правильного, как они считают, воспитания, да, используют и вот эту вот функцию, да, наградить, наказать. Если мы говорим о сахарной зависимости, вот развившейся вот по таким невротическим, да, механизмам, да, ну, по сути, это же и есть невроз, да, вот этот детский невроз, который потом формирует вот эту постоянную тревогу. Тревогу, например, что я могу не наесться, да, которая там вообще не осознается никак, не ассоциируется ни с чем. И поэтому у человека просто рука сама, не ведая того, открывает там шкаф и берет банку варенья. Детство – это время, когда происходит основная часть роста и развития. И в это время юному организму требуются определенные макро- и микроэлементы, которые необходимо получать из продуктов питания. Вкусовые предпочтения и вкусовые пристрастия детей формируются на основе доступных им продуктов питания и тех блюд, которые им предлагают или которые появляются на столе у их родителей. Доказано, что если кормить детей пищей с высоким содержанием сахаров, это повысит риск развития у них различных хронических заболеваний, таких как гастрит, ожирение, болезни сердца, кариес, диабет второго типа. Сахар разрушает не только наше здоровье в привычном понимании этого слова, но и наносит вред здоровью психологическому. Стресс на работе, в личной жизни, семейные проблемы и так далее. 7 бед, 1 ответ. Ведерко мороженого и сериалы. Стресс приятно не только заедать. Да, стресс для многих приятно, ну, например, запивать алкогольными напитками. Стресс приятно залить адреналином, например, да, полученным от экстремальных увлечений там, различного рода. Но, естественно, из всех этих способов самый простой и самый удобный, не надо никуда ходить, кроме как на кухню, да, это, значит, способ подойти к белому другу. Удовольствие, да, от еды, да, которое, ну, является физиологическим явлением, да, оно, ну, в какой-то мере компенсирует переживание стресса и, соответственно, становится своего рода наркотиком. Вот в ПМС хочется сладкого, потому что это быстрее утоляет какие-то дефициты, наверное, больше настроения. То есть, по большому счету, мы понимаем, что если мы съедим сахар, ну, грубо говоря, шоколадку, это сразу такое хоп, и хорошо. Это быстрый углевод. Он быстро насыщает вроде бы, но в то же время, если женщина вместо той же шоколадки возьмет и съест бутерброд с авокадо, предположим, да, и положит туда кусочек рыбки, она получит то же самое, но чуть-чуть, как бы, надо постараться еще приготовить его. На самом деле нет такого, что прям очень хочется сладкого. Когда мы готовились к этому фильму, некоторые факты поразили даже меня. Масштабы детской стоматологической эпидемии превышают все уровни нормального представления о вреде сахара. И речь даже не про то, что сахар вызывает кариес. Частота возникновения кариеса, причем берется пул там не 1-2 кариеса в полости рта, а достаточно большое, это мы уже заходим за там, больше 5 кариесов в полости рта. Здесь существует за последние 20 лет критический прирост, реальный критический прирост по сравнению с предыдущим 20-летним циклом. Это характерно и для молодых людей. Есть явный сдвиг в отрицательную сторону, и количество людей с большим количеством кариеса увеличивается. В процентном отношении это говорит о приросте порядка 20-25%. Это связано с изменением структуры питания, с неконтролируемым большим доступом к обилию углеводсодержащих продуктов и сладким. Это 100%. Но даже если вам или вашим детям повезло, и сахар не успел навредить молочным зубам, то мы можем сделать это самостоятельно, но уже с коренными постоянными зубами. Ребята провели домашний эксперимент, который, в принципе, дублирует то, что с 50-х, 60-х годов повторено в огромном количестве лабораторий, научные статьи, работы, публикации. Это все подтверждено огромным количеством экспериментов. Речь идет о чем? Погружение зуба в экстремально агрессивную сахарную среду. Это сладкий чай, это кока-кола и это молочная смесь. Что будет происходить с зубом? Понятно, что мы сейчас не получим исследования на микроскопическом электронном уровне. Изменения кристаллической решетки мы здесь не увидим. Но мы увидим следующее. Банально, история заключается в чем? Зуб, находящийся в такой среде, начинает прокрашиваться и впитывать эту среду там, где есть хоть какие-то микроскопические повреждения. Примите еще данные. Информацию, что зуб не является абсолютно идеальной поверхностью. У нее есть микротрещины, различные шероховатые поверхности. И все, что не является идеальным, вот, например, посмотрите на бугры. Это идеальная поверхность, она особо без воздействия. Посмотрите на углубление, так называемые фиссуры. Они сразу же прокрасились. Эта среда более шероховатая, более абразивная, моментально впитала эту жидкость, пигментировалась. И значит, в этой точке среда явно изменена. Это фактор, способствующий развитию кариеса. Точно так же возьмем зуб, который был в коле. Первое, что происходит, это адгезия любого вещества на шероховатой поверхности, не очищенной, более шероховатой, не такой гладкой. Все вот это воздействие сахаросодержащих сред. Соответственно, пигментация говорит о том, что на этой поверхности происходит осадок, осаждение вот этих элементов. Корни прокрашиваются, потому что это менее плотная поверхность из всех. Какой красивый зуб! Молочная смесь. Вопрос в том, что если мы рассматриваем вот этот красивый белый зуб, то кажется, что ничего не происходит. Но момент в том, что на микроскопическом уровне вот все эти три зуба, включая этот беленький, чистый и красивый, казалось бы, кристаллическая решетка будет разрушаться, кристаллическая решетка эмали. Это воздействие на эмаль безусловно. То есть сахаросодержащие среды будут менять кристаллическую решетку эмали зуба любого. Понятное дело, что если сделать исследование на электронном микроскопе, мы будем видеть четкие изменения кристаллической решетки зуба. 100%. Кроме того, говоря о детях, нельзя не упомянуть синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это заболевание, которое все чаще встречается в детском и подростковом возрасте и характеризуется симптомами невнимательности, импульсивности и гиперактивности. Этиология СДВГ точно не установлена. Общепризнанные причины заболевания на данный момент неизвестны. Предполагается, что оно может быть связано с нарушением передачи нейромедиаторов, генетической предрасположенностью, но также уже была исследована гипотеза о том, что потребление сахара, которое с каждым годом все увеличивается, может играть основную роль в развитии синдрома дефицита внимания. В марте 2020 года было проведено крупнейшее исследование, в которое вошло более 30 тысяч детей. Ученые оценивали связь между потреблением сахара и развитием симптомов СДВГ. Было доказано, что эта связь существует. К сожалению, дефицит внимания – это не единственное негативное влияние сахара на нашу психику. Сон также напрямую связан с тем, что и в каком количестве мы едим. Когда организм не получает достаточного количества сна, гормоны, регулирующие аппетит, выходят из равновесия. Как следствие, бессонница, состояние «встал, уже устал», поверхностный, неглубокий сон. Это тоже может быть по разным причинам, но скорее всего, вероятнее всего, виной тому опять же вот это вот скрытое или латентное, как мы говорим, или маскированное, еще иногда говорят, депрессия. Человек не может уснуть, потому что в его голове все время крутятся какие-то мысли. У депрессивного пациента в голове все время крутятся мысли самоуничижения. Я ужасный, я страшный, я плохой, я дурак, я самый тупой, там я лузер и так далее. Нужно как-то реализовать эти мысли в поведении. Значит, раз я плохой, значит, я должен себя наказать за это. Как я могу себя наказать? Съесть что-нибудь плохого, съесть что-нибудь гадостного и как можно больше. И когда я объемся, да, эти мысли немножечко улягутся, и этого мне хватит, чтобы быстренько заснуть. А теперь давайте поговорим про состояние ночного дожора. Обычно нетипичный ночной жор приходит в нашу жизнь из-за повышения гормона гhrelina, который стимулирует аппетит. После активации этого гормона и стимуляции аппетита мозг пытается найти продукты с высоким содержанием калорий и быстрым зарядом энергии. Сладкие продукты отвечают всем этим критериям, и поэтому возникает тяга к сладкому, которая сопровождается нарушением засыпания или некачественным отдыхом. А страшно то, что наше поведение и эти самые ночные переедания видят наши дети. И поэтому этот процесс ведет к так называемой выученной генетике. Дети постоянно наблюдают, учатся и подражают поведению взрослых. Поэтому, если их ролевые модели, то есть вы, выбирают здоровый, сбалансированный рацион, то и дети с большей вероятностью последуют вашему примеру. А если вы вечером нападаете на холодильник, то не удивляйтесь увидеть в 2 часа ночи ребенка, подъедающего печенье. И это ведет к огромному количеству проблем. Выражаясь языком стюардесс и пилотов, наденьте маску сначала на себя, а потом уже на детей. Займитесь своими вредными привычками и закладывайте у детей только здоровые. И важный момент. Подумайте, чем еще, помимо сахара, можно поощрять ребенка. Сахар естественным образом содержится во всех продуктах, в которых есть углеводы. Употребление цельных продуктов, содержащих натуральный сахар, это нормально. Натуральные сахара содержатся в цельных необработанных продуктах – фруктах, овощах, орехах, бобовых, злаках. Ненормально – это употреблять сахар, который производители добавляют в продукты для улучшения их вкуса или продления срока годности. Это, например, безалкогольные и фруктовые напитки, ароматизированные йогурты, хлопья, печенье, торты, конфеты и большинство переработанных продуктов. Съев то же яблоко, в котором помимо природного сахара содержится еще и клетчатка, уровень глюкозы в крови не взлетит до небес, как после того же шоколадного батончика, потому что клетчатка замедляет усвоение сахара. Также добавленный сахар присутствует в продуктах, в которых вы бы и не подумали его искать. Например, в супах, консервах, хлебе, мясных приправах, в различных соусах и даже в некоторых квашеных огурцах. Ксюш, я сходил в магазин, закупился здоровой едой, вот смотри, даже моя типичная здоровая еда, и купил сахар. Вот кубик эквивалентен чайной ложке сахара. Я хочу, чтобы ты прокомментировала эти продукты, и я бы выставил, сколько там ложечек сахара в том или ином продукте есть. Вот такой эксперимент. Хорошо, вот это, кстати, типичная, вот я вижу каша пятиминутки, такой типичная еда, которая воспринимает за здоровое питание. Каша овсяная с абрикосовым абрикосом и черносливом, 100% натуральный состав. Итак, сразу, когда вы берете любой продукт, даже если там будет скрытый сахар, лучше посмотреть на табличку, где прописаны белки, жиры и углеводы. И вот мы смотрим, что на одну порцию у нас углеводов 25 граммов. 20, это 5 кусочков. Вот я как раз... Вот, клади. 25 граммов. Значит, следующее. Вот здесь уже выписано, но здесь тоже у нас на порцию 40 граммов приходится 27 граммов. Ну, то же 5 самое. 5 кусочков. То да. есть, в принципе, да. 5 кусочков. Все, да. Супер. Так, теперь давай возьмем йогурты. Йогурты у нас обычно берут с добавками. 110 грамм йогурта и 6 граммов дрожжи. Общая масса 116 граммов. То есть, чистый добавленный сахар 5 граммов. Одна чайная ложка сахара добавлена у нас... Ну, неплохо. Ну, как бы так его вообще не должно быть. На дрожже тоже практически 5 граммов. Ну, я думаю, что да. То есть вот в этой штучке добавленного сахара 2 чайные ложки. Есть, у нас есть такой кандидат. Значит, творожные сырки. Один мы вообще купили лайт, всего 116 килокалорий. Всего 116 калорий. Значит, здесь 45 граммов в батончике, 29 граммов. То есть чистый добавленный сахар 15 граммов. 15 граммов. А там столько-то нету вообще граммов. И возьмем прям супер для неочевидности консервированный горошек и фасоль 130 граммов. А у нас в 100 граммах содержится углеводов 6,8. Ну, в общем, я бы кубик поставила. Знаешь, что меня больше всего всей этой истории удивляет? Что вот такая баночка йогурта, ну, это сопоставимо с 3 чая с 2 кусочками сахара. Ну вот, ты представляешь, поел кашу. Раз. А у нас в одном столько? Да. Ужас какой. И йогурт. Как, и сырочком шлифанул еще. Как вы вот полезный завтрак. Это завтрак ПП называется. Ну, то есть это, мне кажется, конечно, ужасно. Это чистый добавленный сахар вот в этих продуктах. Слышали ли вы выражение «сахар – белая смерть»? Как вы думаете, о какой именно смерти идет речь? Диабет, ожирение, может быть рак или заболевание органов пищеварения? Сахар – это причина половины смертей во всем мире, потому что в эти 50% входят сердечно-сосудистые заболевания, на развитие которых в том числе влияет то, что мы едим, и то, какой образ жизни мы ведем. По статистике, пациенты, которые перенесли сердечно-сосудистое событие, то есть, например, это инфаркт миокарда или инсульт, очень часто имеют сахарный диабет. По статистике, около 75% пациентов страдают сахарным диабетом. Острый инфаркт миокарда возникает в 2, а то и в 4 раза чаще у пациентов с сахарным диабетом по сравнению с пациентами, у которых нет сахарного диабета. В то же время в 3 раза чаще происходит инсульт, то есть нарушение мозгового кровообращения у пациентов с сахарным диабетом. И заканчивая эту печальную статистику, что у 25% пациентов, страдающих сердечной недостаточностью, диагностируется сахарный диабет. Обычно у пациентов, у которых, например, нет сахарного диабета, они чувствуют дискомфорт в грудной клетке, например, на фоне физической нагрузки. Они чувствуют ощущение жжения в груди, чувствуют ощущение, как будто положили плиту на грудь. Они могут обратиться к врачу, и, соответственно, врач сразу заподозрит наличие ишемической болезни сердца. У пациентов с сахарным диабетом, к счастью, конечно, не у всех, но у очень многих существует вероятность возникновения безболевой ишемии. То есть пациент может просто не ощущать боли, чувство жжения и так далее. И в какой-то момент может случиться острый инфаркт миокарда, который пациент просто перенесет его на ногах. Дальше он уже обратит внимание на то, что он не так дышит, что ему не хватает воздуха, что он... испытывает дискомфорт при быстрой ходьбе или при подъеме по лестнице, что у него отекают ноги, что, например, у него увеличился живот в размере за счет того, что там накопилась жидкость. И только в этот момент он обращается к врачу. Это называется диабетическая нейропатия. Нарушается нормальное функционирование рецепторов, которые находятся в нашем сердце. Самый молодой пациент, который у меня был, это 40-летний мужчина с лишним весом. К сожалению, он не занимался спортом, отказывался даже от ходьбы. Так произошло, что у него случился инфаркт миокарда, потребовалась операция, ему делали стентирование сосудов. И после этого он все-таки занялся своей жизнью, похудел, и сейчас у него все хорошо, сахара у него в норме. И, честно говоря, большинство моих пациентов — это молодые люди от 20 до 40 лет, и в основном это люди с избыточной массой тела или с ожирением. И такие люди часто приходят с запросом, как им найти причину, почему у них ожирение, и, к сожалению, их редко устраивает мой ответ, потому что ответ довольно простой. Они много едят и мало двигаются, и все, что им нужно сделать, это поменять образ жизни. Но все пытаются найти какую-то особенную гормональную причину их набора веса, хотя гормональные причины ожирения — это всего 5%. Большинство людей набирает вес именно из-за неправильного рациона. Это вот топ моего приема, большинство — это вот топ-2. Первое — это у меня слабость, утомляемость, что со мной? Я говорю, ну, расскажите там про свой вообще день. Они такие, ну, я сплю 4 часа в день, курю, пью. Я такая, ну, так с этого надо начать. Вторая категория людей — это типа, я набрала 3 килограмма, я думаю, это гормоны. Я говорю, почему вы думаете, что это гормоны? Они такие, ну, а как? Это, наверное, щитовидная железа виновата. И я им говорю, нет. Они такие, нет, давайте сдадим. Вот, и они сдают, и у них в итоге, ну, типа, ТТГ норма до 4, у них там, типа, 5, они такие, ну, это все, это из-за ТТГ. Но как бы смысл в том, что вот такое маленькое изменение не приведет к набору веса. Сахар не признан как канцероген, и в настоящий момент не выявлено связи между потреблением сахара и развитием различных онкологических заболеваний. Но это изучается в мире, и действительно в настоящий момент опубликованы работы, опубликованы исследования, в которых авторы все-таки находят некие взаимосвязи. И вот как пример было опубликовано одно исследование, в котором авторы пришли к выводу о том, что все-таки есть прямая связь между высоким потреблением сахара и развитием и прогрессированием онкологических заболеваний. В то же время авторы призывают общественность к тому, что стоит обращать внимание на высокое потребление сахара в обществе, что необходимо проводить различные профилактические меры, в том числе, в которые будут включать различную социальную поддержку, включать программы обучения, направленные на снижение потребления уровня сахара. Исследования людей, страдающих сахарным диабетом, у которых в рацион включено большое количество фруктозы и сахарозы, активирует пути воспаления и нарушает процессы метаболизма. Таким образом, исследования демонстрируют, что существует связь между избыточным потреблением сахара и возникновением и развитием онкологических заболеваний. Казалось бы, печень – фильтр нашего организма. Многие знают о том, что регулярное употребление алкоголя или жирной пищи убивает этот орган. Но при чем тут сахар? Как сахар может повредить печень? Дело в том, что при избыточном употреблении углеводов печень не успевает их перерабатывать и запускает процесс накопления жировой ткани, что со временем приводит к развитию неалкогольной жировой болезни печени. К сожалению, современная медицина бывает бессильна к этой болезни, потому что главное условие для выздоровления – это полная смена питания и образа жизни. Неалкогольная жировая болезнь печени, она же ожирение печени, она же стеатоз или метаболически ассоциированная болезнь печени. Это состояние, когда клеточки печени, наши гепатоциты, заполняются жиром. Это происходит вследствие нарушения энергетического обмена. В каком плане? Повышенного потребления углеводов и жиров. Причем на самом деле углеводы здесь даже играют большую роль, чем жиры, потому что в печени углеводы будут переходить в жиры. Из углеводов у нас есть основное — это глюкоза и фруктоза. И вот на этом я очень хотела заострить внимание, потому что для печени более губительна фруктоза даже, нежели чем глюкоза. И когда говорят, что уходите на мед, это натуральные продукты, он более полезен, уходите на какие-то подсластители, сахарозаменители, заменяйте там большим, ключевое слово, большим количеством фруктов любые сахара, на самом деле для печени это несет большой вред. И фруктоза в больших количествах, она наносит такой же вред, как и алкоголь по печени. По статистике мы выявляем у каждого 4-го неалкогольную жировую болезнь печени на стадии стеатоза. Это та стадия, когда буквально при коррекции образа жизни печень может стать здоровая месяца там через 3, 4, 5, 6. да, и вернуться в свое исходное состояние. В нашем желудочно-кишечном тракте, начиная с ротовой полости, заканчивая толстым кишечником, живет огромное количество бактерий, питающиеся едой, которую мы употребляем. Так что же происходит с ними при употреблении большого количества сахара? Сахар и производные углеводосодержащие продукты являются просто быстрой пищей для любого, и для нас, как макроорганизма, так и для микроорганизма. Организмы и микроорганизмы усваивают сахаросодержащие продукты, углеводсодержащие продукты в разы быстрее. Это способствует более быстрому росту этих микроорганизмов. Как мы, когда выпили кока-колу или там энергетик, получили заряд, так и они получают такой же заряд. Вы съели там кучу сладостей, окей, вы помогли своим микроорганизмам или мягкому зубному аллету прогрессировать в разы быстрее. Обработка углеводов происходит во всех организмах гораздо быстрее, чем более сложные соединения. Поэтому сахаросодержащие продукты, безусловно, являются таким агрегатором, стимулятором роста микрофлоры. Вторым критерием являются, например, кисломолочные продукты, которые достаточно плохо вымываются самой слюной и как пленка, как биопленка ложатся на слизистую полость рта. Если человек попил кока-колы, сполоснул полость рта просто водой или употребил кисломолочные продукты и сполоснул водой, это все нивелируется, фактически нивелируется. Но если этого не делать, вот эта биопленка, эта среда, она достаточно длительное время находится. Омывание слюной, естественно, которое происходит у человека, требует большего времени, чтобы очистить полость рта. То, что человек ест, не промывает, не вычищает, не проводит гигиену или хотя бы не полоскает полость рта, способствует тому, что флора, которая есть в организме, будет воспроизводиться гораздо быстрее, будет меньше омываться и будет воздействовать либо на десну, либо на твердые ткани зуба. А теперь давайте наглядно посмотрим, как растут бактерии, если их подкормить сладеньким. . 50 триллионов микроорганизмов проживает в нашем кишечнике. В основном к ним относятся полезные бактерии, которые переваривают пищу, обогащают организм питательными веществами и поддерживают иммунитет. Некоторые из них расщепляют сложные углеводы, образуя при этом короткоцепочечные жирные кислоты. Эти кислоты, пропионовая, уксусная и масляная, помогают поддерживать целостность кишечного барьера, который обеспечивает прохождение необходимых питательных веществ и иммунную защиту, ограничивая рост вредных бактерий, например, стафилококков или стрептококков. Когда человек употребляет избыточное количество сахара, объем короткоцепочечных жирных кислот уменьшается. Это означает, что способность кишечника поддерживать кишечный барьер нарушается, следовательно, снижаются все его полезные свойства, возникают дефициты витаминов и минералов и снижается иммунитет. Представьте, что если взять весь наш кишечник и вывернуть его наизнанку, то он по размеру будет сопоставим с теннисным кортом. И в этом примере наш теннисный корт имеет травяное покрытие, например, как на Уимблдоне. Травой в данном случае будут выступать ворсинки, выстилающие кишечник изнутри. И, конечно же, не забудем про бактерии, которые в кишечнике проживают. Когда человек ест много сахара, в ворсинках размножаются условно-патогенные бактерии, и они начинают отмирать. Наше поле загнивает и засыхает. Важно понимать, что почти 80% всех иммунных клеток расположены именно здесь, потому что кишечник круглые сутки контактирует с едой и водой, поступающих извне. И одна из его главных функций – защищать организм от вредных вирусов и бактерий. Под влиянием сахара наш кишечник теряет свою силу, ведь его пенисный корд становится сухим и нездоровым. Он не может справиться с опасностями окружающей среды, и человек начинает чаще болеть. В одной из статей, опубликованных в 2022 году на сайте Мичиганского университета урологии, ученые предупреждают, что сладкие напитки, такие как газировка и соки, могут вызывать раздражение мочевого пузыря и повышать риск инфекций мочевыводящих путей. Мы все прекрасно знаем, что флора во влагалище у нас не стерильная. И помимо даже тех же полезных лактобактериев, которые у нас есть еще и условные патогены, которые вполне себе имеют право жить во влагалище у женщины. То есть это такие условные патогены, как кандида, уреоплазма, гордонерелла, микоплазма. Кандида – это грибок. Это грибок во влагалище, а все грибы любят сахар. По аналогии с дрожжами. Вот когда мы хотим, чтобы дрожжи поднялись, мы что делаем? Добавляем сахар. Здесь то же самое. Наша кандида питается сахаром из клеток влагалища. Когда уровень сахара в крови высокий, соответственно, уровень сахара в клетках тоже высокий. Кандида получает сигнал: о, круто, много еды, можно поесть. Она питается ими и разрастается. Разрастается до такой степени, что лактобактерии, которые наши защитники вроде бы как бы должны нормализировать флору во влагалище, они просто не справляются с этой работой, кандида берет верх. Соответственно, развивается у нас нелюбимая нами молочница, это зуд, жжение, неприятные выделения из влагалища. Что же касается цистита, то тут история как раз-таки заброса ненормальной флоры, то есть выделений из влагалища в уретру. Так уж устроен женский организм, что наша уретра совсем близко находится ко входу в влагалище. И во время половых контактов нередки забросы этой флоры именно в уретру, за счет чего у нас и развивается уже цистит, потому что флора из влагалища попадает в уретру и дальше поднимается по восходящему типу в мочевой пузырь. Этому даже есть такое название, как посткоитальный цистит. То есть это очень часто возникает на фоне именно нарушенной флоры. Как известно, отражением нашего здоровья и питания является наша кожа. А вы вообще когда-нибудь задумывались, что под влиянием сахара кожа стареет? На самом деле все очень просто. Глюкоза и фруктоза связывают аминокислоты, содержащиеся в коллагене и эластине. Это основные белки, которые отвечают за упругую и молодую кожу. В результате чего образуются конечные продукты гликирования, то есть в посуде сшиваются молекулы коллагена, и они становятся неэластичными. Этот процесс ускоряется во всех тканях организма при повышении уровня глюкозы в крови. То есть повышается жесткость сосудов, альвеол легких, морщинистость кожи появляется, суставы наши неэластичными становятся. Все это из-за того, что накапливаются сшивки белков коллагена. А откуда они накапливаются? Они накапливаются из-за быстрых, коротких так называемых углеводов. То есть вот все, что здесь перечислено, глюкоза, фруктоза, галактоза, сахароза, лактоза, то есть фруктовый сахар, обычный сахар, молочный сахар, все они относятся к так называемым восстанавливающим сахарам. Они химически взаимодействуют, там даже никаких ферментов не надо, просто вот если есть белок, есть сахар, они взаимодействовать начинают через какое-то время. Особенно это зависит от температуры, то есть, например, есть холоднокровные животные, да, как рыбы, например, акулы могут жить до 400 лет. А при нашей температуре тела вот эти проблемы, они происходят уже на протяжении десятков лет. Мы видим результат, к сожалению. И вот эти межбелковые сшивки мы не умеем расшивать. У нас нет механизма, с помощью которого устранять эту проблему. Эволюция его не придумала. Почему? Потому что они начинают сказываться уже в 40+. А это возраст, когда человек уже, как правило, оставляет потомство, то есть он выполняет свою эволюционную роль. Включается уже постгратийный период, если так можно сказать. И, в общем-то, это тогда, когда и начинают проявляться там сердечно-сосудистые, онкологические, нейродегенеративные заболевания. эволюция просто не предусмотрела механизмов, чтобы не допустить эти проблемы, потому что они приходят после того, как вносит основной эволюционный вклад в популяцию, то есть составляет здоровое потомство. На входе вот эти сахара, да, это пока что все, что мы можем сделать. У нас нет механизмов убирать эти сшивки, но есть возможность их предотвратить. Также мы, конечно, работаем так называемыми антигликаторами, то есть есть вещества, которые могут замедлить процессы взаимодействия наших коллагеновых белков с сахарами. Когда вы потушите капусту, она становится такой коричневой, там, ну, в зависимости от времени приготовления, от желтого до там, очень темного цвета. Эта темнота – это как раз конечные продукты гликирования образуются. То есть продукты взаимодействия сахаров с белками, и они имеют цвет. Вот этот колер в кока-коле, да, это конечные продукты гликирования. Это прекрасная поджаренная корочка там, на котлетке либо булочке запеченной. Это все конечные продукты гликирования. В темном пиве. Если вы добавите в эту капусту, например, лимонную кислоту в начале приготовления, то она не станет темной, потому что это лимонная кислота, антигликатор, и она не даст образоваться большому количеству конечных продуктов гликирования. Вот такой простой эксперимент, что действительно эта тема работает. Очень многие полифенолы обладают антигликаторным действием, поэтому всевозможные специи, как розмарин, да, мы добавляем в пищу, потому что они содержат антигликаторы, и они способствуют здоровью наших сосудов, тем самым легких и кожи. У тебя в практике были люди, которые отказались от сахара, и у них пропали прыщи, кожные клещи, акне, вот эта вся история? Конечно, это практически каждый первый ученик нашей академии. У нас есть огромное количество фотографий до-после, когда человек только начинает менять свое питание. И первое, где мы увидим результат, это таких два фактора. Это уровень энергии, он в разы возрастает, когда ты переходишь на здоровое питание. И второе, кожа начинает очищаться. Это прежде всего связано с тем, что меняется население микрофлоры нашего желудочно-кишечного тракта, в частности кишечника. Мы знаем, что кожа – это самый главный наш выделительный орган. И если у нас в кишечнике есть избыточный грибковый или бактериальный рост, то наш организм в том числе будет очищаться от метаболитов токсичных веществ или от продуктов жизнедеятельности этой условно-патогенной флоры через кожу. А pH кожи есть такой показатель? pH кожи есть такое понятие. И как раз pH кожи напрямую связана с кислотно-щелочным балансом желудочно-кишечного тракта. Это взаимосвязанные процессы, у нас организм единое целое. И в отношении pH кожи у нас есть другие проявления, связанные с употреблением сладкого. Например, разноцветный или красный лишай. Многие знают, это когда появляются сначала красные пятна, а потом тебе назначают какой-то противогрибковый препарат, и когда ты загораешь, у тебя остаются светлые пятна. И многие очень часто страдают этим спортсмены, потому что они едят достаточно много количества углеводов, они едят сладкие батончики, различные протеиновые коктейли и носят синтетическую одежду. На нашей коже проживает определенный вид грибов и бактерий, да, мы название напишем, которые питаются вот таким так называемым сладким потом. И до тех пор, пока ты не изменишь питание, вот этот красный или разноцветный лишай, он постоянно будет проявляться. То есть это зависит от того, что ты ешь, какой кислотно-щелочной баланс у тебя есть в желудочно-кишечном тракте. И, например, еще есть такое состояние, это демодекоз, это такой подкожный клещ, на самом деле он живет практически у каждого человека, он прячется вот в волосистой части вот здесь на ресничках, веках, может быть вот в складках около носа, над бровями, но у огромного количества людей он не проявляется, а у кого-то проявляется. И в нашей практике, опять же, среди наших учеников огромное количество людей было с демодекозом, которые пили антибиотики, мазались гормональными мазями, антибактериальными и так далее, но ничего не помогало ровно до тех пор, пока ты не сменил питание и не восстановил микрофлору кишечника. А перед тем, как мы перейдем к интервью с человеком, который уже себе заработал неизлечимое заболевание, возникающие в том числе из-за чрезмерного употребления сахара, хочется осветить еще один волнующий всех момент. У бабушки были проблемы с сахаром, у мамы, вот и мне досталось по наследству. Это то заблуждение, с которым живет огромное количество человек. Некоторые люди считают, что проблемы с сахаром – это исключительно наследственная история и что якобы от судьбы не уйдешь. На самом деле это зависит только от вас. Если вы едите бесконечное количество сахара, вы не занимаетесь спортом, Вы не следите за своим весом, и вы таким образом каждый день приближаете себя к смертельным заболеваниям и считаете, что это нормально. Теперь давайте послушаем историю нашей сегодняшней гости, которая, к сожалению, столкнулась с тем, что из-за бесконтрольного употребления сахара ее настигла болезнь. У меня сахарный диабет 2-го типа. Это произошло в 2015 году, когда я сдала анализы на гликированную глюкозу. И придя к эндокринологу, мне врач сообщила, что у меня сахарный диабет 2-го типа. Я была очень расстроена. Я не знала, что с этим делать. Придя домой, я не знала, что мне есть. У меня внезапно умирает мой отец. Для меня это был очень большим стрессом, потому что человек с таким стержнем и так быстро ушел из жизни, мы просто не ожидали. И на почве нервного срыва, знаете, я попадаю в больницу. И когда я попадаю в больницу, у меня дочь уезжает из России, и я остаюсь одна. Я это все заедала конфетами. Предпосылки, я думаю, возникновения сахарного диабета – это мой сидячий образ жизни. Моя работа была связана с компьютером, с документацией, и я большую часть времени сидела за письменным столом. При этом, значит, были перекусы, с коллегами выпивали чай с большим количеством сладкого. Все это вот накапливалось. После работы та же самая история. Я приходила поздно, на скорую руку готовила ужин. Все это съедалось и ложилась спать, и утром все это начиналось снова. В мой рацион питания вошли такие продукты, которые я мало ела. Это овощи, тушеные, паровые овощи, те же котлеты, тоже мясо. Ставлю, значит, в приоритете ту диету, которую мне назначил врач. И начинаю виток своей жизни без сахара, без углеводов. Я научилась пить тоже кофе, тот же чай без сахара, без куска торта. И при этом получала большое удовольствие. И когда я узнала, что у меня сахарный диабет, и что эти симптомы уже были ранее, меня это, естественно, очень шокировало. Значит, у меня была сухость во рту, мне постоянно хотелось пить. Потом я часто ночью ходила в туалет. Пятки и пальцы рук постоянно были сухие и потрескивались. Я этому не придавала значения. И знаете, я заметила, что у меня даже стали раны заживать намного дольше, чем они заживали до определения сахарного диабета. Я могу себе позволить конфетку, но при этом я должна себя нагрузить физически. Я должна прогуляться, должна подняться по лестнице, должна каким-то спортом заняться. Мое каждое утро начинается с измерения глюкометром сахара. После этого, значит, я начинаю завтракать. Печенье без сахара, никакой сдобы. Значит, я через 2 часа измеряла сахар. Он в пределах 7. Я много хожу. Стараюсь, если можно, пройти 2 остановки, я иду пешком. В хорошую погоду стараюсь выходить и как можно больше находиться на природе. Я полностью отказалась от сахара и также продуктов для диабетического питания. Я считаю, что человек может при нормальном питании и соблюдая диету даже в тех же продуктах получать сахарозу. Значит, если я буду придерживаться той диеты, которая мне уже прописана надолго, то я могу прожить нормальную жизнь. И знаете, если не зацикливаться, то можно прожить без сахара и без конфет. И смотреть на это спокойно. Чтобы пациенту, который страдает сахарным диабетом, предотвратить возможные сердечно-сосудистые катастрофы, нужно соблюдать несколько простых правил. Во-первых, это контроль потребления сахара. Во-вторых, это прием препаратов, которые снижают уровень глюкозы в крови, гипогликемических препаратов. Третье, что это очень важно, это динамическое наблюдение у своего лечащего врача. Четвертое, это контроль артериального давления. У таких пациентов артериальное давление должно быть всегда в норме, потому что это очень значимый фактор снижение продолжительности жизни. Самым простым способом избежать возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в будущем – это контроль потребления продуктов с высоким содержанием сахара, а еще лучше – полный отказ. Сахарный диабет второго типа – это заболевание, которое портит жизнь людям и заставляет их страдать от его печальных последствий. У диабета этого типа есть 3 основных симптома – лишний вес, жажда и частое мочеиспускание. Действительно, зачастую мы диагностируем сахарный диабет, когда возникают такие симптомы, как выраженная жажда, учащенное мочеиспускание. Но, к сожалению, зачастую диабет очень долго может протекать вообще бессимптомно. Из-за этого иногда пациенты обращаются к нам уже с осложнениями диабета. Например, с инфарктами в анамнезе, с проблемами с почками, со снижением зрения, неврологическими нарушениями, такими как нарушение температурной чувствительности в ногах, онемение, какое-то жжение в стопах. И это могут быть действительно первые признаки диабета, когда человек очень долго не обследовался и, к сожалению, уже появились осложнения. Женщина с повышенной массой тела, беременная женщина, она подвержена риску развития гестационного сахарного диабета. То есть это сахарный диабет второго типа, но во время беременности. Если у женщины есть предрасположенность к сахарному диабету первого типа, то есть наследуемый тип, и она во время беременности еще имеет и повышенную массу тела, она очень много набирает во время беременности. Риск развития крупного плода, то есть это ребенок с массой выше 4-4,5 килограмм, то есть это заведомо толстый ребенок, то есть дети тоже не должны быть толстыми, они должны быть нормальными. Если внутриутробно ребенок получает излишнее количество массы своей, это, во-первых, женщине тяжело, это потом тяжело ребенку. В последующем это вполне себе возможно ребенок, рожденный уже с сахарным диабетом. Поэтому здесь, конечно, именно беременные женщины, они должны максимально следить за тем, что они едят и как, потому что ответственность не только за себя, но еще и за ребенка. Но вот проблема в том, что у такого глобального нарушения здоровья, как инсулинорезистентность, симптомов нет. Инсулинорезистентность – это то состояние, которое приводит к диабету второго типа. Это нарушение восприятия наших клеток инсулина, тому самому ключику, о котором мы говорили в начале этого фильма. В итоге инсулина в крови становится слишком много, и он оказывает токсичный эффект на организм. У пациентов с высоким уровнем глюкозы крови или уже установленным диагнозом сахарный диабет очень часто возникают нарушение кровообращения, нарушение артериального кровоснабжения. Есть артерии, которые кровоснабжают сердце. Их называют коронарные артерии. На фоне высокого уровня глюкозы в крови происходит нарушение целостности, нарушение структуры сосудистой стенки. И на это место очень активно приходят так называемые плохие холестерины, липопротеиды низкой плотности. И возникает атеросклеротическая бляшка, которая в перспективе может разорваться. Крышка этой бляшки разрывается, и на этом месте образуется тромб, который приводит к критическому сужению сосуда, что вызывает острое повреждение сердечной мышцы, острый инфаркт миокарда. Можно устойчиво утверждать, проведены достаточно большое количество исследований, что кариес влияет на сердце. Влияние — это такое достаточно длинная цепочка, но основное как раз все идет из этой же истории. Смена микробиологического статуса. Это патогенная микрофлора, которая будет в полости рта при наличии большого количества кариеса, разрушенных зубов, воспаленных десен. Это все, что человек будет постоянно сглатывать со слюной. Как бы то ни было, при всей кислотности нашего желудочно-кишечного тракта это попадает банальным образом через все фильтры в кровь. Влияние на сердце вот такой длинной цепочкой абсолютно доказано. Микрофлора полости рта, сдвинутый баланс этой микрофлоры, наличие большого количества кариес, заболеваний десен влияют на то, что инфицирование происходит фактически всего организма. Это интоксикация. Эта микрофлора дойдет до сердечной мышцы. А теперь давайте наглядно покажем, как изменяется уровень сахара, если даже абсолютно здоровый человек съест адекватный источник углеводов и источник, богатый свободными сахарами. Ксюша, у нас с тобой эксперимент. Да. Я вызываюсь подопытным кроликом, буду мерить сейчас свой сахар. Я этого ни разу в жизни не делал. Суть эксперимента в чем? Николай, жертвуя собой, сегодня будет проводить эксперимент. Поест салат, мы измерим уровень глюкозы непосредственно после, сразу же, через минут 15-20. И потом Коля, опять же, жертвуя собой, съест батончик с колой. Мы тоже измерим уровень глюкозы сразу, минут через 15-20. И покажем вам результаты. Сразу скажи, вот у меня вопрос есть. Допустим, здесь, ну, понятное дело, что, наверное, будет не такой большой всплеск глюкозы в крови после этого салата. И я прекрасно представляю, какой будет всплеск глюкозы после вот этого великолепного перекуса. В чем это плохо? Ну, то есть, окей, он медленно скакнуло, а здесь быстро скакнуло, быстро ушло. Нет, все не так. Смотри, высокие уровни глюкозы и инсулина оказывают негативное воздействие на весь организм. То есть, это хроническое воспаление, повреждение белковых структур и образование нашего висцерального жира, такой наш токсичный отдельный орган. Да, ладно, давай тыкать себя иголками. Я, честно скажу, мне это не очень нравится, но что не сделаешь ради науки. 5-0! Вот это идеальный уровень глюкозы натощак. Коля ради эксперимента даже не ел ничего утром. Все, приступай, наконец-то ты поешь. Заметь, что мы позаботимся о тебе, ты сначала ешь не вот это, а салат. Ну, кстати, салат выглядит почему-то поаппетитнее, если честно. Окей, все. А я тебе скажу, а знаешь, почему люди выбирают вот это? Потому что вот здесь надо чуть-чуть постараться, чуть-чуть заморочиться, купить овощи, что-то порезать, что-то сделать. Но большинство людей просто пьяница. Они, может, и не против бы поесть нормальную еду, супчик нормальный, но, как показывает практика, вот. Великолепный обед. Вот видишь, оказывается. Давай посмотрим теперь, что будет дальше. Давай. Вот идет капелька, идет. И клади. Все, нет, там надо ждать сигнал. Надо ждать сигнал. 6,4, ого, уже. Посмотри, какая моментальная реакция вообще у организма. Не прошло даже 5 минут, даже как ты съел последнюю вилку. Это очень классный эксперимент, показать о том, что все биохимические реакции в организме происходят сразу же. То есть у вас не через 10 лет что-то произошло критичное, а в моменте вы повышаете, просто там употребляя пищу и совершая ежедневные действия, меняете показатели в организме. Уровень сахара в крови сейчас я измерю, посмотрим, как изменился он за 15 минут после тарелки с едой. Итак, я уже тут профессионал в... В идеале нам, конечно, вот это нам надо было завтра делать, да, но так как у нас вот один съемочный день, мы сейчас относительно измеренного уровня, Коля сразу вот это съест, и мы вот этот скачок померяем относительно сейчас исходного уровня. О, господи, ну ладно, поехали. Все, кап. 6,4. 6,4. А вот, потому что это овощи. Потому что это овощи. То есть за 15 минут у меня вообще не потому что вот он поднялся, там не было крахмалистых овощей. По сути, там вот овощи, масла, клетчатка в больших количествах. Вот тебе уровень 6,4. Он у нас плюс-минус стабильный. Соответственно, вот от уровня 6,4 мы на 1,4 у тебя поднялся уровень глюкозы относительно того, что ты поел салат. Сейчас ты поешь вот эту вот прелесть, и мы переизмерим уровень глюкозы. Как плохо. Отвратительно. Я уже чувствую, что, кажется, пошло. Что все уже, да? Уже начинает подколбасивать вот так вот. А может поджелудочная болезнь после этого всего дела, да? Конечно. Стоять тяжело от этой работы. Это хороший уровень, да, сахара в крови? 10. А есть еще что-нибудь? Надо... Но ты можешь колу допить, будет 15. Ну, это чуть-чуть побольше, чем у меня было. Совсем, капельку. Ну, если вот зрители даже заметили, может быть, разница между мной, когда я все это ел, какой я был счастливый, и сейчас я уже чуть-чуть уставший. Ты притормаживаешь, тебя даже по речи слышно, что ты притормаживаешь. Вот, и потом скажешь, так, надо еще. Я еще хочу, да. Я считаю, что эксперимент удался. Очень печальная история, на мой взгляд. Что не сделаешь ради науки. Правда. По последним данным, в мире более 2 миллиардов людей с диагнозом ожирения, это среди людей старше 18 лет. Каждый 3-й ребенок дошкольного возраста страдает ожирением. Это очень большие показатели. Сахарный диабет – это хроническое заболевание, и, конечно, нам приходится жить с ним практически всю жизнь. Лечить диабет очень дорого. В первую очередь нам нужно контролировать уровень глюкозы. Для этого нам нужен глюкометр. В среднем он стоит около 3000 рублей. Нам нужны тест-полоски. Каждый каждый день нужно измерять уровень сахара с помощью глюкометра. В среднем пациентам требуется от 1 до 8 тест-полосок в день. Соответственно, если мы возьмем, например, усредненно 4 раза в день померить глюкозу из пальца, то это выйдет где-то в 4000 рублей в месяц только на тест-полоски. Далее препараты для лечения сахарного диабета. Их много, они разные. Есть препараты подешевле, но, как правило, это препараты довольно старые, которые имеют много побочных эффектов, например, снижение сахара, сильное чувство голода, набор массы тела и так далее. Современные препараты от диабета, помимо снижения сахара крови, имеют множество положительных эффектов, например, они сохраняют здоровье почек, сохраняют здоровье сердца, и вот такие препараты, как правило, довольно дорогостоящие. В среднем где-то стоимость упаковки таких препаратов на месяц будет варьировать от 3,5 до 5000 рублей. А препараты инсулина примерно в таком же ценовом диапазоне, тоже где-то 3-5 тысяч рублей в месяц. К тому же, если у вас есть уже позднее осложнение диабета, например, проблемы со ступнями, с нервной системой, вам может потребоваться специальная ортопедическая обувь для диабетиков. Одна пара такой обуви стоит где-то 10 тысяч рублей, и, как правило, раз в год нужно покупать новую ортопедическую обувь. Также, если у вас есть позднее осложнение диабета, например, снижение зрения, могут потребоваться инъекции, которые делаются прямо в глаз, интравитреальные инъекции. Одна такая инъекция стоит около 45 тысяч рублей. В среднем где-то нужно 3 таких инъекции. Соответственно, такое лечение именно уже запущенного, осложненного диабета, это довольно дорого. В среднем лечить диабет в месяц стоит около 10-20 тысяч рублей. Зачастую ко мне приходят люди с ожирением, и они не хотят менять образ жизни, но хотят получить какую-то волшебную таблетку, чтобы похудеть. В последнее время в России стал набирать популярность препарат сибутрамин. Препарат используется для похудения. За первое полугодие россияне уже потратили около 4 миллиардов рублей на этот препарат. Надо сказать, что это довольно сильно действующее вещество. Этот препарат нельзя купить без рецепта, и во многих странах мира он запрещен, потому что это довольно сильный препарат. Как он действует. Он влияет на центральную нервную систему, на нейромедиаторы норадреналин, серотонин, влияя на симпатическую нервную систему, стимулируя ее. Симпатическая нервная система — это та нервная система, которая работает во время стресса. Соответственно, наш организм как будто постоянно живет в состоянии стресса, в состоянии боевой готовности, когда мы готовы куда-то бежать, с кем-то сражаться. Соответственно, конечно, для организма это наносит большой вред, особенно для нашей сердечно-сосудистой системы, которая не может постоянно работать на максимальной эффективности. Конечно, этот препарат действительно снижает вес за счет снижения чувства голода, но какой ценой это происходит? И полезно ли это для нашего организма? Более того, эффект от препарата временный, и масса тела может действительно вернуться после отмены этого препарата, но сердечно-сосудистая система уже повреждена, она уже не восстановится, и этот эффект, к сожалению, может остаться с вами навсегда. И стоит отметить, что причина 80% смертей – это сердечно-сосудистые заболевания. Есть ли какие-то продукты, которые я могу, например, чай с сахаром попить, чесночком закусить, и это все нейтрализуется? Ну, вообще нет. Именно продукты критично уровень глюкозы не снизят. То есть, если сахар попал в твой организм, опять же, он будет там вызывать, например, нарушение структуры желчи и будет провоцировать образование камней. Или этим же сахаром будут питаться вся там условно-патогенная флора, вирусы, грибы и бактерии. И с этим ты тоже уже ничего не сделаешь, никаким продуктом. Но, например, снизить уровень глюкозы, да, можно, но это не про здоровье. Поподробнее, какие продукты я могу поесть, чтобы у меня снизился уровень сахара в крови? Ну, смотри, есть, во-первых, яблочный уксус. Например, нефильтрованный, не уксусная кислота, которая продается в магазинах, а есть нефильтрованный яблочный уксус, который такой 5-процентный, мутного цвета, и у него есть доказанный эффект от того, что если его употреблять, то он действительно снижает уровень глюкозы и уровень инсулина. Мы обычно нефильтрованный яблочный уксус принимаем за 30 минут до еды, и он действительно помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови. Важно понимать, что если вы решили отказаться от сладкого, это совершенно не значит, что вы должны пойти к полкам для диабетиков, потому что эти продукты также будут содержать сахарозаменители, в частности фруктозу, которая точно так же нарушает гормональный фон и вредит здоровью вашей печени. Да, сейчас есть множество товаров для диабетиков, в том числе различные сладости, протеиновые батончики, всякие десерты. Как правило, в их составе нет сахара, и вместо сахара там используются подсластители и сахарозаменители. К сожалению, не все сахарозаменители полезны для диабетиков, например, фруктоза и сорбитол, они тоже повышают уровень глюкозы, не так сильно, как истинный сахар, но тоже повышают. Более того, вы можете замечать, что все больше и больше продуктов появляется с маркировкой без сахара. Но мы не должны этому верить, потому что если мы почитаем состав, совершенно точно мы встретим альтернативные названия сахара. А если вам кажется, что вы пьете газировку без сахара с содержанием сахара 0, и это вас от чего-то застрахует, это неправда, потому что, во-первых, применяются сахарозаменители, которые являются, наверное, еще более агрессивной средой, чем сам сахар. И второе, само употребление газированных напитков, ну, не является благотворным для полости рта, потому что в любом газированном напитке содержатся кислоты. Возьмите и посмотрите на выписку любого газированного напитка, на его содержание. Достаточно большое количество кислот, даже для того, чтобы сделать его газированным, используется кислот. Все это будет в полости рта, и если банально не прополоскать полость рта после вкусняшки, то это будет влиять на зубы. Многие производители скрывают наличие сахара в продукте, для этого на этикетке указывают его альтернативные названия. Ячменный солод, кукурузный подсластитель, кристаллическая фруктоза, мальтодекстрин, мальтоза и другие. Мы подготовили для вас полный список скрытых названий сахара, который вы сможете получить после перехода по ссылке в описании. Начните заботиться о своем здоровье прямо сейчас, и вы обязательно победите в этой борьбе за долгую и здоровую жизнь. На наших программах мы подробно изучаем, как устроен наш организм, какую еду мы едим и как это влияет на наш желудочно-кишечный тракт. Что будет, если мы будем есть неполноценно? Какие дефициты мы будем иметь и каким последствиям это приведет. Мы говорим не абстрактно, мы отталкиваемся из показателей вашей лабораторной диагностики. Это инструмент, который наглядно показывает, к чему уже привел ваш образ жизни и ваше питание, и как вы должны все это поменять, чтобы привести цифры к идеальным показателям. В завершение мне хочется дать четкую и понятную инструкцию, как легче отказаться от сахара. Без срывов, истерик и потери настроения. Во-первых, отказ от сахара не означает отказ от печенья, булочек и шоколадок. Вы легко можете заменить любимые блюда аналогичными, без сахара и сахарозаменителей. Рецепты таких блюд есть у нас на канале. Во-вторых, нужно принять тот факт, что окружающие люди вас не поддержат. Подобно ведру с раками, они будут предлагать вам съесть конфетку, просто чтобы проверить вас на решимость или вернуть в свой мир, где отсутствуют все исследования о смертельном вреде сахара, которые стали основой для этого фильма. В-третьих, я настоятельно рекомендую вам более глубоко окунуться в вопрос вашего здоровья и здоровья ваших близких, узнать, какой урон нанес сахар вашему телу за годы его употребления, узнать о ваших дефицитах витаминов и минералов и узнать, насколько ваша жизнь может стать другой в тот момент, когда вы примете решение действительно раз и навсегда поменять отношение к своему телу и здоровью. Сейчас на экране вы видите QR-код, перейдя по которому вы можете получить подробную информацию об обучающих программах нашей Академии интегративной нутрициологии про здоровье. Обязательно делитесь этим видео и будьте здоровы! А что у нас с тобой фильм весь? Грустный. Нагнетаем. А где вот это вот эмоциональные качели, что все хорошо? Меня зовут Ксения Глинкина. Я нутрициолог и с нас... Так, это что, я выкидываю, получается, эту штучку? Да. Чуть не побежали в аптеку за ним. Ну, нет, это мы говорим, если про пиво. А сахар и импотенция? А чем вам пиво не сахар? А, ну, нет, не сахар. Это же сахар белый, рассыпчатый, а пиво желтое и вкусное. Ксюш, бабушка в детстве говорила, вот съешь кусочек сахара, и голова будет лучше болеть. Знаешь такое выражение? Что такое лучше болеть? Ой, лучше болеть, лучше работать точно. Почему так много ем в твоих видео? Ты? Быстрые углеводы, потому и быстрые, что легко будет. Надо было вон из моих рваных заусенчиков взять просто и всю капельку. Ужасть. Какой. Про секс поговорим. Это я люблю. Про секс я люблю. Я первые 3 класса вытирал сопли об кофту вот так вот. И меня еще девочки не любили. Да, конечно. У меня все сопли, у меня все вот так все мокрое было и все красное вообще. Если мы говорим про динамику лечения молочных зубов, стало больше, стало меньше? Однозначно, стало больше, однозначно. С чем вы связываете такой динамичный рост? С сахаром. Слушай, а ты пил воду вообще? У тебя, может, ну, я кофе пил. Это считается? Идеальный. Блин, слушай, я не хочу этому честно. Нет, не заставляй меня это делать. Зачем ты? Зачем мы это едим? Не надо это есть. Ладно, я сейчас себе сделаю просто поглубже, на 4. А ты кружовник со шкуркой ешь? Конечно. Я туплю. Да. Ладно, все, вот сегодня стали умнее. Да другой палец просто, у меня в этом пальце весь сахар. Уже. Сейчас мы сделаем серьезную капельку и пойдет хорошо. Здоровьем своей психики, здоровьем. А как мне понять, что я ем много сахара?